Линда Адайр, начинающий американский художник, работающий в основном маслом. Как современная фигуративная художница, она создает образы, основанные на реализме, сильным повествованием и элементами фантастики. В настоящее время живет и работает в Германии. Ее работы хранятся в частных коллекциях Канады, США, Великобритании и Австралии. Она говорит: «Создание тихого повествования со скрытой внутри тайной – это то, чего я всегда пытаюсь достичь. Я стараюсь создавать работы, которые передают эмоции и которые являются универсальными для людей из всех социальных слоев, основываясь на общих опыте и историях. Я тяготею к красоте реализма с добавлением элемента повествования».